Первое в Томске пространство для студентов площадью почти 1500 квадратных метров открыли в Тусуре. На двух этажах будут располагаться профессиональные медиа и музыкальные студии, киберклуб, коворкинг, зоны свободной индивидуальной работы и даже свой собственный камерный театр с гримеркой. Творческая мастерская – это такая наша изюминка. Там большая кухня, где ребята могут и там же покушать, и попить чай, и большой стол, где они могут творить свои новые проекты. Основная идея этого всего молодежного пространства – то, чтобы ребята сами придумывали проекты, что это вот то место, где они могут собраться, что-то придумать, а мы им поможем реализовать. Важно, что в планировании и оформлении нового пространства для молодежи участие принимали и сами студенты. Это создает совершенно другую атмосферу и настроение. Ощущение очень теплое, потому что ощущается, что что-то свое, родное. Хочется проводить здесь времени очень много, тут все очень комфортно сделано, вот прям для людей, можно так сказать. Поэтому с удовольствием буду приходить сюда, наверное, чуть ли не каждый день. Креативное молодежное пространство «Молодежь Тусур» отныне открыто для всех желающих развиваться. Нет ничего важнее вашего личного участия в ваших желаниях. Когда ты там знаешь желание и что-то делаешь для кого-то, это одно. Когда ты вкладываешь душу, чтобы сюда прийти, здесь творить, то это совсем другое. Другая энергетика, другая атмосфера. Я хочу пожелать вам вот в этом замечательном центре молодежном дальнейшего процветания, дальнейших смелых креативных решений, их воплощений. Первым мероприятием в новом пространстве стала встреча с участниками Международного фестиваля молодежи в Сочи. Представители областной администрации, ректоры вузов Большого университета Томска и студенты обсуждали развитие молодежной политики в регионе, говорили о карьерных возможностях и создании новых проектов, которые в том числе будут реализованы в новом пространстве. Мы видим, что в современном мире очень важны коммуникация и общение внутри себя. Нужно развивать другие направления, которые есть в человеке. Безусловно, это творчество, безусловно, это направления, там, связанные там, с видео, фотосъемкой, какие-то дополнительные мероприятия, то, что комплексно и гармонично развивает личность. И наша задача сделать это. И мне кажется, что вот у нас получилось это сделать. Здесь все сделано так, чтобы 24/7 здесь находиться и получать удовольствие, но без ущерба в учебе. В ближайшее время молодежный центр запустит систему бронирования. Любой студент Тусура, а также обладатель кампусной карты Большого университета Томска, сможет забронировать здесь помещение и провести в нем встречу, мозговой штурм или просто собраться с друзьями, чтобы поиграть в настольные игры.